Ну что, господа, всех привет и правильно прозвоню. Продолжаем мы проходить Лара Крофт. Это третья часть всех. Ну что, погнали здесь. Ух, ёб твою мать. Мне что, туда надо, что ли, прыгать? Прям прыгать. Так, тут ничего такого нету. Скрытый под водой. А почему? Я так понимаю, там рыбы. Хищные рыбы, господа. Что, водоросика, они меня не увидят, что нифига. Я чувствую, я много чего пропускаю. Так, давайте опять воздух наберем. Снова воздуха набрали. Так, куда дальше мне? Пока сюда. А тут что у нас? Что-то пропустил, может такое быть, не спорю. Об этом давайте воздух опять наберем здесь. И опять в воду. Так, окей, здесь у нас рыбы плавают, злые рыбки. Лара, давай, давай, ты сможешь, ты сможешь. Есть. Так, тут что у нас есть? Опачки, что это такое? А, это золото. Нефтрин, ёпты. Понятно. Погнали отсюда снова к воздуху. Ты знаешь, я наберу воздух, даже секундочку. Вот мы набрали воздух, погнали дальше. Блять, застрял. Текстура, блять. Че, новый путь какой-то, что ли? Пока ничего такого нет. Я думаю, это горе мы будем приближаться. Тут что-то есть. Это максимум. Сюда прыгнуть никак, да? Ну, погнали пить воду. Поплаваем. Надеюсь, у крокодила здесь нету. Еще 250 опыта. Нам нужен костер, чтобы я выучил навык. Какой там? Или... А может, не выучил. Эй! Господи! Не делай так. Прости. Кто-нибудь еще выжил?
Без понятия. Нет места. Ничего не могу взять. Опачки, что такое? Автор текста – исследователь, который искал затерянный город в середине 20 века. Рядом с лагерем он нашел небольшое торговое поселение, которым управляла женщина по имени Кама. Он спросил у нее, знает ли она старые истории, которые помогут ему найти затерянный город. Когда исследователь писал эти строки, он уже был при смерти и полагал, что она намеренно указала участникам экспедиции неверную дорогу. Понятно. Все ясно. Опять у нас есть противники, но нам пока не давали. Вот они. База! База, ответьте! Ну как? Тихо, я слушаю. Я себе... Я никак не... Боже мой! Они здесь! По кому стреляет, дебил? Я не дамся. Вот это жестоко. Чего они так боятся? Вот это жестоко было. Я тоже без понятия, что тут, тут они боятся, но тут по-любому что-то есть, я думаю. По-любому что-то есть. Накопали они какую-то беду на свою голову. Черт, я потерял рацию в аварии. Опа, нифига себе здесь поворот событий. Это кто? Это местные? Что это было? Это местные? Где подкрепление? Подкрепление в пути. Пусть поторопятся, черт их дери! О! Заебись, а тут что за книжечка? Точнее, журнал. Кому? Доктору Домингесу. На окраине деревни, рядом со старым нефтеперегонным заводом, разбит лагерь. Осмотр местности продолжается. Установлен контакт с жителями деревни. Они ничего не знают о волке-одиночке. От главного лагеря откололась небольшая группа. Она украла двухнедельный запас провизии. Предлагаю ликвидировать бывшие ресурсы по завершении операции. Пока никаких следов Крофт. Сообщают о том, что в 10 километрах от деревни разбился самолет. Возможно, нам повезло. Важный момент. Один житель деревни посоветовал проследить за тем, чтобы нашими делами не заинтересовалась Эбби Ортис. Имя отправлено в штаб, скоро будет доставлено досье. В настоящее время я изучаю различные подходы и разрабатываю план действий. Замечательно. Нас пока еще не нашли. Звук мне не нравится вообще. А что за объявление какое-то здесь? Не подходить! Я предупредил! Отвали! Кому сказано? Тихо, успокойся. Расскажешь, что случилось. Я видел когти, зубы. Это поможет. Эй, давайте повнимательней. Они напали с криками. Кости. Все кончено. Ты жив. Боже! Если все хоть отчасти так плохо, как он говорит! Мы тут чужие. Все хорошо? Бля, их тут дофига здесь, а? Нам конец! Нам конец! Все хорошо, все в порядке. Блять. Чуть не поспалился. Да.
дурак, что ли? Первая смерть в этой серии, а сколько там было до этого, я не знаю. Блин, ну как лукануться-то, блин, ну стоу... Вы знаете, как ассасин я прохожу. Ё-моё, что можно тут сказать об этом? Больше ничего такого нету, да? Ну это я понял. Ну тут слишком странные лягушки, мне вот не нравятся лягушки действуют. Не подходить! Я предупредил! Отвали! Кому сказано? Тихо, успокойся. Скажешь, что случилось. Я видел когти. Зубы. Это поможет. Атаку! Напали. Сейчас! Такие. Я вообще ничего не видел. Бля, намазался. Я отсюда должен быть выход. Может, там, откуда они пришли? Нереально. Больше я не унесу. Бля, а как тут забираться? Блин, подожди. А вот рукопашку так и не получилось у меня вообще никак. Так, масло берем, тоже пригодится. Так, лук. Сейчас, секундочку, я влазю здесь еще. Да не, походу тут больше ничего такого нет, да? Это светится, что куда могу прыгать я. Бутылка мне тоже не нужна. Да, погнали сюда. Просмотр карты. Мне так не дали лагерь посмотреть. Подождите. А вот и лагерь здесь рядом есть. Вот еще ночку мне выдали. Только от чего это? Какого эффекта мне не дает никакого? Сейчас что-то будет, да? Выскочит?
Нет, пока не пока. Вот это я не особо люблю. Ох, ебва. Вот господи, сколько трупов. Их убили те твари. Но почему? Иона, Эбби. Эй, Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то существа. Что? Они шипят и быстро двигаются. Лара, это похоже на легенду про Пиштаку. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. Бля, как они орут нахуй. Очуметь просто, вот это страсти, бля. Отчеты, результаты поисковой группы. Отдел Центральной и Южной Америки. Кому? Доктору Домингесу. Мексика. Косумель. Найден храм Чакчель. Точка закрыта и очищена. Бразилия. Регион Итик-Семитари. Тупик. Точка закрыта и очищена. Группа переброшена в точку Тринчерира Бакажа. Регион Мундуруку. Неоднозначные результаты поисков. Проблемы с правительством. Предлагаю закрыть точку. Жду инструкций. Регион Тринчерира Бакажа. Достигнут успех в отношениях с местными племенами. Расследование продолжается. Перу. Кувак-Яку. Храм найден. Исследования продолжаются. Понятно, замечательно. Погнали дальше. Блядь, звуки страшные, пиздец. А это мы отсюда пришли, что ли? Нет места. Ничего не могу взять. Вот ты чё, блядь, издеваешься, что ли? Чё-то знакомая местность. А вот и лагерь, который долго-долго я ждал. Так, навыки. По идее у нас очки доступа 3. Так, инстинкт выживания длится дольше после того, как Лара начнет двигаться. Подвести врага, ресурс, объекты, сложности, дитя джунглей. Так, воин повышает сопротивление урона, наносящий противникам, на которое время после бесшумного убийства. Открывает улучшение оружия, следующий уровень. О, заебись вообще. Так, что у меня с выживанием? Мародер увеличивает длительность задержания дыхания под водой. О, вот это надо прокачать. Не знаю, насколько это нужная штука. Шаг Гуацин. Это понятно. О, что-то у нас коготь орла появился. 3 очка. Ну ладно, пока ничего качать больше не будем. Будем ждать еще одно очко, а потом посмотрим. Так, предмет. Улучшить тут не улучшим ничего. Так, а что за пушка у меня? Вот эта пушка моя, да. Вот могу улучшить ее. Замечательно. Вот это, да, я таскаюсь. А на это не хватает. Жалко. Все. Пока все. Больше мне ничего такого нету. Погнали дальше в сюжетке. Так. Это по-любому мне пригодится. Я чувствую, я с ними еще раз встречусь. Где вы здесь, блядь? Нихуя вы откопали. Эй. Вот это вы скопались. Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Сейчас закроется стенка.
стенка копил, ладно. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Очуменно. Так. Тут больше ничего такого нету, да? В принципе, нам испытание еще проходить. Снова да. А можешь убраться, пожалуйста? Интересно. Ну, погнали. Как раз выучил под воду больше дышать под водой. Это что это такое? Кто знает. Максимум что-то написано. А, время какое-то. Нифига себе, бля, и ты что, через это сможешь пролезть? А, ну и Лара сможешь. Ух, ебать тут. Что это может быть? Чё так глючит-то по-страшному? Опять воду берем и поплыли. И тут вода есть. Конечно, анимация на этаже, не спорю об этом. Бля, что-то только нету здесь. Тут этот уголь, блин, плавает, блин. Да что это такое может быть? Да, я все плаваю на одном тоже месте. Я пытаюсь что-то разгадать, посмотреть. Заебись, да, блин? Вот это, блин, там моменты. Отстань от меня, блин, что мне с ним делать, блин? Ударь его. Удар, блядь, скотина ебучая. Это максимум лечебка. А вот это давайте заберем все-таки. Это золото, денежки, которые может в будущем нам пригодится. Посмотрим, что там будут торговцы. Мы еще там встретимся. А может, не встретимся? Иона, я оказалась в какой-то пещере. Судя по всему, тут были люди. Иона? Увы, он уже не отвечает. Нет, тут не...
ничего не сделаешь. А тут? Тут чувствуются, блин, звуки летучей мыши. Мне как-то туда надо попасть. Иона, если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук, я заберусь наверх. У меня нет столько места. Секундочку. Что-то все странное здесь. А это что это такое? Это мы идем. Это мы идем. А тут два входа, что ли, получается? Два прохода будет? Сейчас как зря забрал, да? Это вода, где. А, ну понятно, все. Все ясно здесь. Ну погнали дальше. Погнали дальше, посмотрим, что из этого все будет у нас. Так, понятно. Паук. Погнали. Я же это сделал. Очуменно просто. Я же нажал на кнопку Е, чтобы он, она выпустила. Но она при этом это не сделала. Я думаю, чуть как коротенькая будет у нас серия. Прям на этом же моменте, где паучок у нас был, все остальное. Мы останемся. Там, а, там шлейцы, листья, деревья. Думаю, что-то фигня такая. И испытания будем проходить уже в следующей серии, если тут какая-нибудь есть испытания. На этом мы все остановимся. Увидимся в серии. Другие проходим. Всего удачи вам и пока.